Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Ну что ж, забираем свой 275 икнога. Окей, так, это закрываем. Так, новости нас не интересуют. Меня интересует, что мне принес Беззубик. Вот, вот это совсем другой разговор. 10 ножен он мне притащил. Так, больше я ничего не хочу от него. Давай-ка мы с тобой откроем бесплатно пак и глянем, что нам из него достанется. А потом еще и за рекламку я хочу глянуть. Ресурсы мне нужны. Так, костолом, лаварык. Ага, громобой защитник. И пошли ресурсы. Все, ребята, крутенько. Что у нас? Притащил зеленая смерть. Ох ты, в первый раз, ребят, такой. Что же такое странное? Ладно, забираем. Ну что, отправляем дальше? Он, наверное, сказал: Рэй, ты достал, постоянно отправляешь меня в эту лаву. Ну, жизнь такова, ребят, что ему приходится работать на меня, потому что я его все-таки открыл. Давай-ка мы с тобой еще также сделаем обмен. Надо посмотреть, сколько вообще у нас уже накопилось этого янтаря. Я хочу насобирать на 90 штук, ребят. Так. Прохлаждается здесь костолом. Древоруб, я смотрю, сидит, балдеет. Так. Тоже, тоже, летите все, добывайте. Отлично. Прокачали уровень нашему водорезу, 40-й. А нам нужно какой? 42-й, по-моему, да? Если... Да, 42-й уровень. Откроем с тобой пак. Бесплатный. Давай. Блин, аренка сегодня должна у нас, по идее, быть. По идее, да, должна. Надо заполнить, как говорится, баки полностью, чтобы у нас все было. Так, по заданиям. Тусклый янтарь, 25 штук. А что еще? Ага, якнок, 50 штучек, замечательно. Давай приценимся. Так, здесь заберем с тобой рыбу. Блин, ветрокрыл почему-то всего 14 тысяч рыбы мне принес. Всего лишь, ты понимаешь, это мало. Это очень, ребята, мало. А что у нас тут еще с тобой происходит? Вроде бы как и все. Ну что, я думаю, наверное, нам надо глянуть рекламочку. Монеты Одина. Так, и вот он пак. Опа, а мне кто-то здесь, ребята, достанется сейчас. И это, ха, душитель обычный. Слушай, ну я думаю, наверное, его отпустим. Ну что, он у меня уже есть. Да, мало, мало он ресурсов мне, конечно, ребята, приносит. Всего лишь 1700 рыбы. Так, откройте набор карт. Открыли. Ну что? Давай-ка мы с тобой, наверное, быстренько еще, знаешь, что сделаем? Отразим атаку одного чудика, который любитель к нам сюда приходить. Да? Именно на наш остров. Да, мы будем с тобой оборонкой заниматься. Ну что, поехали. Водорез. А, где мои остальные? Ты пойдешь в бой и... Ветрокрыл. Ну что же, к бою, друзья мои. Потом я Беззубика отправлю, ребят, в приключение, в путешествие. Сейчас надо решить, куда мне его отправить. Наверное, я сверху все-таки его. Вот здесь вот. Сверху отправим. Так, Беззубик, тебе вот сюда. А вот остальных, скорее всего, придется вниз, ребят, отправить. Давай, водореза сюда. А этого вот сюда вот. Так, можно помочь, да? Или нельзя? О, как водореза моего, ребята, быстро сейчас распетрушат. Ёпрсоте. Помог называется, да? Ну ты посмотри, что творят, а? Ты просто полюбуйся. И ветрокрыло моментально уничтожили. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, так дело не пойдет, ребята. Этот тоже дострелялся, да? Слушай, ну, не знаю, сейчас посмотрим. Смогу ли я здесь отбить? Ключик так я однозначно потеряю. Это 100%, я тебе говорю. Так, я сюда еще помогу. Вот так вот. Один ключ потеряли. Слушай, наверное, все-таки два сохраним. Сейчас все зависит от того, как у нас быстро будет бомбить Беззубик. Да, два ключика у нас останутся. Все, ребята. Побед за нами.
А остальные такие ватные, господи. Да как их, ребята, не прокачивай, все равно они не достигнут такого уровня, как Беззубик, поверь мне. Мы не сдадимся, изгои могут строить корабли с той же скоростью, как и жители Олуха, обучают новых драконов. Я уже это слышал когда-то от тебя. Только толку от этого ноль. Астрид, секретное оружие, которое нам поможет справиться с Элвином, почти готово. Но мне нужно больше времени и больше бумаги. Плевака, раздобудет бумагу, а я постараюсь выиграть время. Что они там хотят сделать? Какую-то атаку. Так, давай-ка мы с тобой отправим наших ребятулек дальше в приключения. Так, а что нам здесь достанется? Ну, я здесь не против любого. Любому буду рад, что выпадет мне. Так, и это руны. Сколько? 4. Мало. Так, ладно, отправляем его дальше. Пускай летит в драконий край. Ну, а здесь у нас что? Выпадет... Понятно. Тусклый янтарь. Нисколечко не сомневался. Огромная яма. Ух ты. Ракушка какая-то, ребята. Хм, раньше не было такой штуки. Так, ну что ж, давай, Громгидля, беги. Куда? Наберите воды. Блин, ну и ценник, ребят, за гарант. 2 250 000. Не хочешь, чтобы 100% гарантия у тебя была? Так, а тебя мы, наверное, знаешь, что сделаем? Да, отправим учиться. Пускай поднимает себе уровень. Так, Беззубик, что бы нам сделать с тобой? Надо тебе еще 2 уровня поднимать каким-то образом, блин, ребята. И здесь тоже, кстати, вот здесь можно будет. Не хватает чуть-чуть. Ну, все равно можно быстрее прокачать, да, будет? Так, Беззубик, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Ты пойдешь у меня искать дальше ножны. Давай-ка мы для этого сделаем с тобой вот так. Начать. А, стоп, 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 ребята, ножны у нас найдены. Давай тогда вот эти вот искать будем с тобой. Флаги. И полетишь ты у меня на кладбище драконов. Да, отправим его с одной, ребята, бесплатной сумкой. Потому что руны я решил, ребят, подкопить. А то я их очень быстро разбазарил, на самом деле. Ну что, вроде бы как все при делах, все занимаются. Ох ты, события у нас новенькие какие-то. Так, ну ранний доступ, ты видишь, да, закрыт. Здесь я, по-моему... Что это еще такое? Слушай, а здесь мы с тобой не допрошли. Давай, 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 вперед, вперед, из песней. 5 энергии есть, я надеюсь, мы здесь, ну, пару боев-то еще с тобой сможем выиграть. Не знаю, друзья мои, хочется купить подписку драконью эту. Вот, блин, хотя бы на месяцочек просто посмотреть. Вот эти вот дополнительные... Вот сейчас, видишь, ранний доступ идет, да? А у кого есть подписка, тот в раннем доступе уже может, ребята, играть. А я не могу сейчас. А когда он открывается, там остается слишком мало времени, чтобы это использовать. Возможность. Так, ну-ка. Чуть-чуть не хватает. Но я должен успеть. Я должен успеть его забомбить. Ну, лаварык мне не страшен. Вот кто-кто, а вот этот тройной удар, да. Ух ты. Прикольненько. Давай, ветрокрыл. Наказывай всех. В плане. Ну как такое может быть, а? Далеко и просто. Я уже... Чему я удивляюсь, если это на постой происходит здесь? Ой. А, ну правильно, тут еще видишь, в чем проблема, ребят. У него пониженная защита. Блин, давай, наверное, хильнемся. Сейчас что-то сделает. Ага, но мы все равно выжили. Ты понял? Ты понял, как мы с тобой сделали? А это сейчас в ответ... Нет, ребят, никакой ответочки. Хиляемся. Что он будет делать? Ух ты, какой хороший, а. Ты посмотри. Начал атаковать барсика мне. Ну и зря, парень, очень зря. А мы с тобой опять хильнемся. Так, фулл энергия. Что он там будет делать? Естественно, естественно, защиту на себе ставит. Это логично, ребята. Но не технологично. Давай его бомбить. Мы все равно его ушатаем. Что ты там задумался? Он все барсика бомбит.
Так, ну что, поздравляю нас, друзья мои, с победой. Сейчас крутим колесо удачи. Давай. И нам выпадает, да ладно, груша, которая нам может восстановить здоровье. Отлично. Так, забираем с тобой 200 якнога. А вот здесь уже будет, по идее, друзья мои, боссик. Ну, мини-боссик, можно так его, да, назвать. Давай посмотрим. До пака, мне кажется, я вряд ли доберусь таким вот образом. Хотя очень сильно хочется, поверь мне. Но ты видишь, уровень у противников растет. Кстати, я забыл сказать, у меня появился новый дракон. Вот этот, по-моему. Его как-то там звать. Я не помню, где он у меня находится сейчас в данный момент. Но, по-моему, где-то на карте я его поставил. Я не стал... Тихо ты. Я не стал его убирать в ангар. В общем, после боевки посмотрим, если я опять не забуду. Так, сейчас мы этого парня распишем. Нормуль. Ну что ты, что ты, что ты, что ты там делаешь? Так, начал суетиться, и это хорошо. Когда начинает дракоша суетиться, это нам идет в большой плюс. Если он берет... Ну, оу, сарделька, ну как так-то? Когда дракон начинает мельтешить, выбирать то одну цель, то другую, то, соответственно, мы с тобой уже 100% здесь выиграем. А вот если они начинают бить одну цель конкретно, тут, конечно, победой не пахнет. Как ты... Посмотри, вот... Как же он ужасно выглядит, ё-моё. Просто безобразно. Давай, наверное, вот с этого начнем. Ну да, это и есть как бы мини-боссик. И они сейчас тут начнут... О! Давай, в сон. Лишь бы они сейчас все уснули. Так, а этот не уснул. Этот не уснул, гаденыш, посмотри. Ну-ка. У нас есть с тобой пока шанс. Что он там сейчас будет делать? Он все хочет мне этого, а? Ветрокрыло уничтожить, ты посмотри на него. Так, эти спят еще? Эти спят. Добей его, есть. Смачно, друзья мои. Так, ну что, давай опять их в сон отправим. А там уже и добьем, походу, дела. Ну-ка, давай-ка с этого начнем. Раз, два. Он очухается, да? Нет, нет, ребята, он очухался, но мы ходим сразу же. Так, теперь вот этого будем жучить. Ну что, костолом все? Взгрустнул? Они успеют все-таки на дорожку, да? Ударить меня. Все, отлично, ребята. Жалко, что здесь мы с тобой ничего не получим, кроме как колеса удачи. И что же нам здесь выпадет? Пак? Серьезно? Ё-моё. Необычный, ты прикинь. Это большая редкость, друзья мои. Ну что же, поборемся теперь за 2 золотых янтаря. Да? Я, кстати, забыл посмотреть, сколько у меня янтаря. Я же хотел вроде бы глянуть, прицениться. Так, смотри, как кривец здесь. Уровень 10. Плохо. Плохо, ребят, что он 10 уровня. Будет сильно бомбить. Тем более по зеленым, по моим вот этим вот ребятам. Ать! И ведь знает, кого атаковать, а, гаденыш? Естественно, естественно. Разыгрывают все как по нотам. Все как учили их в школе. Никакой халявки, да? Не будут мне тут делать. Так что... Ну, пока терпим, ребята. Удар будет, опять же. Ага! Вот ты как сделал. А это все на своем настаивает. Ну что, креветик, пока. Костоломчик, я пришел по твою душу. Да, буду тебя пытаться здесь как-то уничтожить. Не, вот не знаю, получится или нет. Все равно все-таки на своем стоит, да? Ладно. 100% он будет бомбить именно его. И я тогда вот так вот сделаю. Хотя мы знаем, что этот фокус не работает. Он обязательно переключится на кого-нибудь. На тебе. Ну и кого ты будешь бомбить? Так, разбег. Да ладно, он все равно стал атаковать Барсика. Четенько, ребята. А вот и последняя волна. Водорез. Ё-моё. И этот шитик, блин, а этот же, по-моему, этот же огнем бомбит, да? Фаерболами. Так, ребят, нам здесь уже не до шуток. Так, водорез, успокойся. Ну все, гаденыши, ловите и распишитесь. Посылочка прибыла.
Так, ну-ка. Ушатывай, ушатывай его. Блин, чуть-чуть не добил. Чуть-чуть буквально. Вот, Бартик молодец. Пока есть время, давай хильнемся. И будем, наверное, с тобой вот этого чудовища бомбить. Будем с тобой его уничтожать. Да иди ты, Барсик, ну что ты делаешь, а? Этот очнулся, голодранец. Ну что, добьем этого вначале, да? А теперь вот этого. Слушай, это, по-моему, как сарделька, только почему-то он фиолетовый. Что он сейчас будет? Фаербол свой выпускать? Точно. Ты посмотри, как он жарит своим фаерболом, а? Что же это за сарделька-то такая? Мощная. Скажи-ка мне на милость. Барсик, ну, не хочет. Не хочет Барсик добивать. Что-то там. Все, ребят, ему крышка. Отлично. А впереди еще. Сколько? Два боя, по-моему. Вперед и с песней. Давай посмотрим. Давай. О, отлично, ребята. Древесинка. Как раз мне нужна она. Так, забираем с тобой золотой янтарь. Ага, у нас получается драка с мини-боссом, а потом уже босс будет. И у нас, в принципе, должно хватить. Угу. Энергии. А вот хватит ли силёнок у нас справиться? Это уже другой вопрос. Поехали, короче. Красный, так, фиолетовый есть, да? Ну, фиолетовых мы с тобой разберем зелеными. Блин, ну вот красный. Ладно, поехали. Успокойся, не надо тут буянить. Так, водорез понижает броню, да? Так и есть, блин. Вот водорез в этом, ребята, профи. Он может и немоту делать, да? Плюс понижать броню. В общем, издеваться по-всячески. Е-е-е! Неплохо, я тебе скажу. Хорош. Так, интересно, что они будут делать? Пониженная броня. Это, наверное, будет бомбить. Да, скорее всего. Вот так я сделаю. Почему-то мне кажется, что он будет именно его уничтожать. Ну, пытаться, по крайней мере. Давай, косолом. Бомби по нему. Красавчик. Косолом, ты тоже, пожалуйста. Малорик. Ой-ой-ой, какой... Как вы хорошо работаете, а? Предсказуемо, и мне это нравится. Так, друзья мои, сейчас будет кому-то больно. Что он будет Нет, он не стал делать разбег, ты представляешь? Он не стал никакой разбег делать. Ну тогда прощай. Твою же налево. Так. Конечно же, ребят, ну конечно же нужно вот этого в первую очередь. Так, мы с тобой... Ой, кого-то сейчас... Сон. А почему так мало мы с тобой отнимаем хп у них? Не понял юмора. Так, попробуем с тобой. Фигня. Слушай, я знаю, что сделаю. Вот так вот. Пришлось, друзья мои, потратить здоровье, видишь почему? Вот именно поэтому, что я знаю, что он будет бомбить его. Добей, пожалуйста, а? Сарделька, ну что ж ты. Так, уничтожили. Этот очнулся теперь. Ну, зеленый против зеленых, ребята, это ничего страшного. Это ничего страшного, поверь мне. Они, конечно, будут посильнее, помощнее, но у нас есть вот что. Баф. У нас есть с тобой супер-баф на усиление атаки. Жалко уж нет на усиление защиты. Было бы вообще прикольно. Да, не особо, конечно, чувствуется, да? Повышенная атака. Плюс еще, если будешь промахиваться вот так постоянно, то ты ее вообще никогда не почувствуешь. Так, у них полностью энергия. Что он сейчас будет делать? Разбег в кого? Ну, терпимо, я тебе скажу еще. Терпимо. Погнали. Так, минус. А вот словарыга мы сейчас с тобой будем тут, наверное, до потери пульса плясать возле него. Сам по себе он очень бронявый. Пускай у него атака не особо хорошая, да? Но именно в плане живучести он, конечно, мастер. Так, травануть может его, а? Пускай потихоньку здоровье у него уменьшается.
Да чтоб тебе. Успокойся. Все, ну тебе лаврык, в любом случае тебе здесь крышка. Уже никто тебя ничто не спасет. Все, добивочный. Красота. По-другому не скажешь. Так, давай крутить и смотреть. Да ладно, рыбка что ли? Ну да, полтора лямчика. Круто, ресурсы мы с тобой восстанавливаем. Ну что же, последний, друзья мои, бой. Ну, как говорится, с Богом. Последний бой, последняя энергия. И последний у нас с тобой. Твою же налево, два громобоя. Но они зеленые. Они зеленые, ладно, поехали. Начну, пожалуй, я с Костолома. На тебе. Поехали, 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 нам нужно уничтожить. Я думаю, с двумя громобоями, я надеюсь на это, что справимся. Потому что они зеленые, ребята, конечно, уровень у них зашкаливает. Особенно у этого, 12-й. Нафиг ли нам делать? Хорош кусаться, а? Сон я, наверное, приберегу. Пока. Пока нам он понадобится. А вот сейчас будет больно. Что он сделает? Уклонение. Ха-ха-ха. Вот это я понимаю, вот это найс. Ну что, давай вот с этого начнем. В сон, может быть, их отправить. Или лучше, давай подлечим своих драконов, естественно. Это будет эффективнее. Ага, вот ты как. Решил сардельку теперь, да? Помучить мне. Нет, ребят, у вас ничего здесь не получится. И опять хильнусь. Поехали. Раз, два. Блин, у него что-то большая инициатива. Он ходит раз за разом. Так, еще раз. Потом ходим мы втроем. И это круто. Во-первых, мы лечимся. Вау, найс. Но не забывай, что впереди ожидает нас босс. Да-да. Естественно, он будет не один, поверь мне. Так что нужно будет к нему хорошечно подготовиться. Так, я, наверное, думаю, под конец где-то поставим с тобой баф, да? На атаку. Ближе к концу этого боя. Если успеем, потому что мне нужно еще будет хильнуться. Так, по-моему, не успею, ребята. Опа, и промахнулся парень. Так, лечиться, что ли, нам лучше, а? Давай добьем, фиг с ним. Ну что, милости просим. Ох, ё! Это кревет? О, мамочки мои. Это кревет. Твою ж дивизию, ребята. Плюс скалотряс. Сейчас они втроем сходят. Сейчас я посмотрю, какая тут атака будет. Ох, ужасная атака, ребята. Два укуса. Хорошо, что он промахивается. Ну что, давай, наверное, их в сон. Хе-хе. Такой ничтожный урон мы им наносим. Ну давай, наверное, фиолу все-таки попробуем в первую очередь бомбануть. Так, предположим, ребята. Что он там? Ага. Блин. Понизил еще защиту. Так, кто у нас там сейчас будет хоть? Блин, я не хотел бы, конечно. Надо вот у этого. Так, ускоряет все хитрые драконы, блин. Так, ребята, опять в сон. В сон, в сон, в сон. Никаких расслаблений. Пускай спят. Вот. Сейчас мы с тобой уничтожим скалотряса. А вот и кревет. Хиляемся, пока есть такая возможность. А теперь начинаем, ой, блин. Начинаем атаковать. Поехали. Проснулся. Сейчас мы вот тут будем до потери пульса с тобой бомбить. Ого. Вот это у тебя укус, парень, был. Ну, фиг ли делать, ребята. Хотя бы так сделаем. Погнали. Просто если он под усиленной атакой сделает свою супер
Блин. Я даже не знаю. От безвыходности просто пришлось, ребята, иначе... Да, ну правильно, если вот так вот будем сейчас промахиваться с тобой, он уничтожит мне. Ветрокрыло, он... Бедный ветрокрыло. Слушай, я не успею, а я не успею, да? Хотя почему не успею? Успею. Успею я. Смотри, что я сделаю сейчас. Так. И вот так. Пускай атакует. Пускай. Неужели переключился, а? Нет, ребята, не переключился, атакует. И это круто. Значит, мы должны его победить. Обязаны. Давай, укуси, пожалуйста, еще. Укуси его, ветрокрыло. Ну, ай, красавчик. Попался, ребят, на мою ловушку. Давай, посмотрим, что нам здесь достанется. Давай, пак. Воу, даже вот этот. Спасибо. 184 карточки там, ребята, в этом паке будет. Ну и вот. Что же, мы с тобой еще забираем отличный пак. Вот и еще одно задание выполнено. Вот это вам, Ага, выглядит в точности как тот груз, что вы защищали. С ума сойти, верно? Так, новые призы уже отправлены вам почтой. Спасибо большое, давайте пока мы с тобой глянем. Но, так, новый набор карт. 600 рыбы, древесины 600. Оу, слушай, кто-то там есть. И это у нас острокоготь. Такой у нас, ребята, был с вами. Даже есть. Хм. Да, я его отпущу. Я его отпускаю. На все четыре стороны. Так, дальше у нас с тобой блестящий янтарь. А я назвал его золотым, да? Ну, бывает. Так, новый набор жетонов. Офигеть. Кревет, 62 жетона. Древоруб, 61. Блин, ну да, ребят, конечно, это круто. Так, здесь что-то мы с тобой выполнили. Ага. 30 якнога забираем. Так, у нас еще, по-моему, здесь. Да, еще пак. Серия испытаний, набор. Шестеренки, так, рыба. Опа! Редкий шторморез, друзья мои, мне выпал. Ты прикинь, такого не было у меня. Такого не было, и, конечно же, я буду его размещать. А, вот, ребят, которого дракона я вам... Сейчас, подожди секунду. Так... Вот он, этот дракон. Эксклюзивный кликодер. Да, ужасное чудовище, кликодер. У меня такого не было. Так, ну что, малыш? О! Так, пускай, наверное, идет. Нет, пока не пускай, он никуда не идет. У нас есть с тобой поважнее. Все, ребята, Громель имеет 42 уровень. Так, дальше кого нам с тобой прокачивать? Погоди, погоди-ка. Древоруба, наверное. Так, вернись к родной намазу. Раз, два. Да, да, лети, обучайся. Это 39 уровень, да? Следующий, так, у нас еще Беззубик на подходе. Подожди, как, кто же еще у нас? Так, 42-й. Так, 42-й здесь. Офигеть, сколько он требует. Просто офигеть, ребята. Ну, а куда деваться? Вот приходится так вот вкладываться. Сколько у нас с тобой? Семерых нужно. Подожди-ка еще разок. Подожди-ка. Нужно семерых. А у меня получается только один. Ладно, в ближайшее время мы с тобой, естественно, водореза прокачаем. И беззубика до 42 уровня. Рыбы надо будет очень-очень много. Просто миллион рыбы нужно. Но не забывай, что у нас в ангаре еще кто. Смотри. Громобой, которого, кстати, надо отправить учиться. Не могу. И у нас еще с тобой шепот смерти. То есть, ну, потенциально еще два, да, будут дракона. Слушай, все равно этого мало. Этого очень мало. Нам надо усиленно прокачивать драконов. Так, что у нас тут еще? Так, древесину забираем. Окей, ну что, время пока еще есть, да? Пойдем-ка мы с тобой, наверное, поиграем маленечко на арене. Так, события, события, события. Что у нас тут?
Непонятно, что-то показывают мне. В общем, по событиям мы ждем с тобой следующее. Это подготовки, смелое расположение и шторморез. Плюс Якнок, наверное, будет здесь разыгрываться. Грубо говоря, надо подождать 2 дня. Так, что мы хотели с тобой пойти на арену. И помимо того, что я хотел пойти на арену, я хотел глянуть, сколько у меня янтаря. Друзья мои, 51 янтарь. Это уже хорошо. Будем копить именно с тобой 90 янтаря. Блин, долго еще, конечно. Хотелось бы что-нибудь приобрести. Ну и фиг с ним. В день, ребята, в день. Я вот так посчитал, да, если у них откат, по-моему, по 3 часа идет. По 4. То в день можно аж 4 или 5 раз за сутки сделать. То есть 5 янтаря можно получить за сутки. А то и больше. Ну что, ладно, не будем с тобой вдаваться в подробности. У нас арена. Нам с тобой немножечко не хватает, чтобы перейти на 6-ю арену. Так, блин, я забыл колоду поменять. Ладно, фиг с ним. Креветик тут. Угу. И шипорез. Начнем с кревет, конечно же. Опять же, если я тут сфейлю... А, у меня водорез тут. Я и забыл, что он у меня... Твою же налево. Твою же налево он промахнулся, ты понимаешь? Он промахнулся. Ну, конечно, кревет будет атаковать зеленых. А, он фиолетового атаковал? Почему? Слушай, отвали от барсика от моего. Блин, у тебя пониженные. Ладно, давай тогда хотя бы его в немоту загонять. Заодно отхилимся. Так, змеевик злобный. Ускоряет команду. Вшивый, а? Перец. Не поможет. В плане барсик, ну... Ой, барсик, барсик. Ну что ж с тобой делать? Сейчас что-то будет больное, наверное, ребят. Он энергию сейчас подкопит. Ну? Твою ж налево. Ну пробей сейчас-то хотя бы. Слава богу. Поехали. Будем этого мочить с собой. Так, вот сейчас будет массовая атака. Я тебе говорил, что будет? Будет. А это только добивать сейчас будет. Хлыщ. Опять ходит. Эй, погоди, погоди. А с какого перепуга ты по 33 раза-то ходишь, блин? Как он так сделал? Объясни мне, пожалуйста. Все, уничтожил, ребята. Просто инициативой перебил. Хотя, подожди. Да ну нафиг. Ты посмотри, он мне просто не дал сделать хода. Я, кажется, понял, почему. Потому что змеевик поставил ускорение на команду. Да, неудачный был, конечно, бой. Но ничего, ребята. Кстати, через сколько там? Через 2 недели я ухожу в отпуск. Ехать я никуда не собираюсь, так что зависнем капитально мы с вами. Возможно, даже несколько игр за этот отпуск я пройду полностью. Так, ну что, попробуем тогда. А фиг ли тут пробовать? Тут надо бомбить. Блин, водореза хотел же убрать. Ладно. Пускай пока стоит в команде. Да чтоб тебе. Барсика все атакуют. Ну давай ты. А нет. Я уж думал, это сейчас до кучи бомбанет. Я вот так вот смотрю. Я в основном проигрываю, ребят, только из-за одного. Из-за этих чертовых промахов. Ну вот смотри. Ну вот как вот можно было уклонить. Я сделал супер удар и промахнулся. Соответственно, минус барсик. Все. Трындец. Просто трындец. Ну, по-другому тут не скажешь, ребят. Ну и чё? Сейчас вот с этим вот надо будет драться как-то. И нельзя позволить... О, сейчас сделать массовую атаку. Нет, не стал почему-то делать. Но меня это как-то тоже, знаешь, не особо сильно спасает. Ну, что ты будешь делать? Просто ударил. А этот сейчас что-то пропишет нам. Странно, он ничего не делает. Не знаю почему, ребята. По идее, они любители делать суперудары. Фу, может быть, сжалились надо мной. Ну что ты там, лаварык? Да смысл тебя печатать? Давай просто броню тебе понизим. И будем разбирать. Ну. Понятно. Вот так вот он, значит, делаем, да? Поехали.
Уклонение, уклонение, уклонение. От чего зависит это уклонение? Вот объясни мне, от чего? От уровня или от чего? Или от шанса? Я не знаю, ребят. Ну, добьем. По идее, должны. Все, наконец-то первая победа на сегодня. Так, обычный пак, а мы с тобой продолжаем. Еще 6 драконов нужно победить. Соляночку дали, отлично. Красный, синька и фиол. Кревет, красный, понял. Так, ты-то еще что здесь делаешь? Как его там, Хофер, да, звать? Блин, еще этот подлиза тут, прихвостей. Ну, офигенно. Начали, называется, уже половины здоровья нету. Так, давай-ка вот так сделаем. Только попади, пожалуйста. Отлично. Твою ж налево, они хотят уничтожить сардельку, по ходу дела. Что-то они все так собрались против нее. Так, сейчас ходит этот. Кого он будет бомбить? Ну, понятно все. Понятно, ребят. А сейчас прихвостень бомбанет. Суператакой, скорее всего. А, нет, у них нету энергии на суператаку. Давай быстренько его прижучим с тобой. Что ты там сделаешь? Ага. Отхил. Отхил. Плюс добивка, я надеюсь. Так, прихвостень. Сейчас сделает суператаку. Поджог. Нет, что-то он не стал делать. Не стал он, ребята, этого делать. И уже никогда не сделает. Надеюсь. Если мы сейчас его... Понятно. А вот теперь жди беды. Опять он не стал делать суператаки. Не знаю, что с ним тут происходит, друзья мои. Ты попадешь по нему, водорез? Ты достал уже. Наконец-то. Наконец-то. Добиваем, все. Блин, очень много промахов. Меня прям вот бесит именно этим. Также обычный пак мы с тобой получаем. Так, сколько нам нужно еще? Еще одну победу, да? Еще одного дракона нужно бомбануть. И мы откроем с тобой пак вождя. Опять музыка, да, куда-то исчезла. Ну, так всегда, ребят. Так, змеевик выпендривается, начинает. Так, я начну с прихвостня. Потому что от него больше всего можно ожидать всякие сюрпризы в виде огня. Как он бомбит, а? Как он люто разбирает моего водореза, ты посмотри. Так, хиляемся. Надеюсь, ты попадешь по нему. Ну, хоть что-то, ребята. Так, добьем. Что, теперь, наверное, будем брать... Упс. Кого? Трындец. Кого? Просто вынес с удара, ребят. Ну как так-то, а? Так, змеевик, ты достал уже здесь. Ну этот просто сейчас ударит. Он кто? Он зелень. Так что моя сарделька здесь поживет. Все. Сейчас мы накажем с тобой этого хмыреныша, поверь мне. Кого он будет атаковать, я пока не знаю, но подожди. У нас же тут осталась только сарделька и Барсик. Опять будет разбег. Кого на этот раз? Сардельку. Я понял его. Слушай, вот объясни мне, почему у него, ребята, опять накапливается инициатива быстрее, чем у меня? Вот так, значит, ты решил, да? Ну-ка, еще разок. Удар хвостом. Так, опять будет кого-то бомбить. Он не упустит здесь шанс, естественно, ребят, тарануть. А мы его уничтожаем. Все. Прекрасно. Оу, редкий пак нам выпал. Давай откроем с тобой пак вождя и посмотрим на награды. Так, шепот смерти 17. Так, элитный громоль защитник. Безубик. Слушай, наконец-то, по-моему, мы с тобой можем... Так, давай-ка я вот этот, наверное, редкий пак поставлю на открытие. А, по-моему, Безубика я могу апнуть. Точно, ребята. И он всего лишь получает 9-й разряд. Всего лишь. Но, кстати, на защите Олуха это очень даже хорошо скажется. 24 уровень. Блин, надо будет их тоже прокачать как-то до 24 уровня. Чтобы в дальнейшем можно было их апать. Ну что, поехали еще. Выбьем последний пак вождя. Ну и, в принципе, можно будет на этом, ребят, закругляться. Шипорез, я там смотрю, да?
Шипорез, опять прихвости и Костолом. Ну как же без него? Он везде, ты заметь, он везде. Вот этот вот Костолом практически в каждой битве присутствует. Так, начну с прихвостня, пожалуй. Хотя, если честно, вот этот вот меня раздражает больше всего. Так, Костолом ходит, да, потом прихвостень. Так, промахнулся Костолом или нет, не пойму. Так, а мы с тобой будем кого-то блочить. Это будет прихвостень, да? Наверное, так сделаем. Только попади, пожалуйста. Угу, шипорез. Так, уничтожаем прихвостня. И берем с тобой уже в разработку именно шипореза. Так, Костолом сейчас кого-то кусь-кусь. Опа. Вот тебе и кусь-кусь. Он сделал понижение защиты плюс немоту повесил на нас. Неплохо, я тебе скажу. Но в данный момент это вообще бесполезно. Так, давай кого-то сделаем с тобой. Шикарно. Так, ну что, Костолом? Ё-моё, ну вот эти вот промахи, ну не могу прямо. Блин, бедный Барсик, давай-ка мы тебя защитим. Что-то мне подсказывает, что он именно тебя будет атаковать. Так, он готовится, ребята, у него энергия полностью восстановлена. Что он сейчас сделает, посмотрим. Ну? Укусил, а мы его добиваем. Все, победушка. Ну что, еще 7 драконов нужно нам одолеть. Обожаю, когда дают разных, вот именно разных стихий драконов. Я ее называю солянкой. И тем более, когда здесь есть лаварык. То есть он мне вообще не страшен. Начнем со змеевика злобного. Так, тихо, лютует парень. Не на шутку. Так, вы решили меня атаковать? Сразу ускорение? Да ну нафиг. Ты прикинь, что творит. Сразу ускоряет команду. И это плохо. На тебе, гаденыш. Так, ну что, парень, давай поговорим. Ой, сейчас будет фаербол, по ходу дела. Нет, фаербола не было. Лаварык сейчас, наверное, тоже будет, да? Ну как же. Блин, вот, ребята, вот что значит ускорение. Они успевают по 2 раза сходить за раунд. Это очень сильно напрягает. Ну что ты там дергаешься? Все, ты сделать ничего не сможешь, парень. Только укусить, если... Лаварых, я с тобой разберусь чуть попозже. Сейчас я вот только с этим разберусь, поговорю, как говорится, тет-а-тет. Все, он понял, да? Он ушел, короче. Так, Лаварых, что будешь делать? Защиту, хиляться, ничего, да? Ну и зря. Тебе уже не пригодится твоя энергия. Да, тяжело мы его, конечно, разбираем. Броню, точно. Так, теперь он будет более-менее ватным. Должен быть. Но особо я сильно этого не замечаю. И добивочный, скорее всего. Все, друзья мои. 6 драконов побеждено. Нам еще 4 нужно. То есть 2 боя как минимум. Раз, два, три. Опа, опачки, змеевик и громобой. Это краснуха. Это плохо. Это краснуха, ты понимаешь? Так. Ну фиг ли делать, давай. Попробую с громобоя начать. Твою ж налево, кусака. Теперь змеевик. Сейчас они... А, нет. Нет, ребят, я не прав. Я думал, они будут сейчас Барсика бомбить на постой. Нет, они почему-то не так сделали. Блин, он себе атаку усилил. Давай попробуем запечатать, заодно хильнуться. Попали, надо же. Так, громобойчик сейчас кого-то кусанет. Понятно. Добьем. Есть контакт. Так, змеевик, что там вы... Кому? Кому это сейчас прилетит? Оу, ты посмотри, что сделал он. Он уничтожил сардельку. Ребята, он просто уничтожил сардельку. Твою же дивизию, ты хорош, ты успокойся. Лаврык, по-моему, сейчас добьет Барсика мне. А нет, вот как он сделал. Тогда крышка этому ханорику. Так. Да, блочим. Блин, жалко, что у меня не может. Хотя почему не может? Он же может хиляться, да? А вот успеет ли? Мы что, промахнулись? Мы промахнулись с тобой. Как так-то? Тв...
Твою же налево. Да, ребят, мы промахнулись по нему. Сейчас уничтожит. Ему за радость это сделать, конечно же. Ну, а я тогда буду делать вот так вот. Так, Лаврык, ты мне не страшен. Потому что я буду постоянно отхиливаться. Единственное, что он может защиту на себя поставить. И хильнуться, кстати. Блочим. Но здесь уже все, ребят. Здесь песенка его спета. Мы его блочим, он ничего применить не может, только кусать. И мы его добиваем. Все. Вот так вот водорез победил. Ну что, последний бой у нас с тобой намечается на сегодня. Так, два синих. Два синих. Синий как раз против фиолетового, да? То есть они будут уничтожать никого. О, им тут есть где разгуляться. Ладно, давай подумаем. Громорога, да, наверное, будем с тобой начинать. В первую очередь, я не хочу, чтобы баф был. Да и к тому же у него 13 уровень. Смотри-ка, как мы его тут практически уничтожили. Сейчас еще один удар. Так, это... Так, этот сейчас сходит. Трындец. Так, уничтожаем громорога. И... Так, секунду. Ну давай, как вариант. Как вариант. Норм. Так, сейчас это что-то запоет. Что ты будешь делать? Так, друзья мои, во время боя вылетела у меня игра. Смотри-ка, образ механический беззубик. Прикольно смотрится, да? Прикольно. Так, давай-ка мы с тобой заберем награды. И нам в любом случае придется с тобой переигрывать этот бой. Трындец. А так было все хорошо, а так было все замечательно. Там победой пахло просто, понимаешь? А по-моему, та же самая команда, да? Выпала. Один в один. Ну, практически. Так, ладно. Так, ну, начнем. Блин. Хрен с ним, давай с этого. Со злобного змеевика начнем. Шипарец, успокойся. Так, разборка. Дальше вот так сделаем. Давай, водорезик, не подведи. Шикарно. Все, змеевик приплыл. Вот так вот и пуляйся обычными снарядиками своими. А, шипарез. Твою же налево. Еще сделал. Массовая атака. Отправляет всех в немоту. При этом еще отнимает очень неплохое количество здоровья. Довольно опасный типок. Так, ну я думаю, что мы с ним справимся, да? Ну, Лаварик, понятно, как этот самый подхалим. Бьет того, кто слабее всех. Ну что, Лаварик, допрыгался? Вот сейчас мы будем тебя всей толпой бомбить. Блин. Жалко, я не могу, конечно, помочь моему барсику. Повесить, так сказать, на него отражение атаки. То есть, ну, он уничтожит его, понятное дело. Он его уничтожит. Так, что бы тут сделать-то такое, а? Ускорение. Давай ускорим с тобой. Ускорили. Бомбанули. Ать. И не добил. Все, парень, тебе крышка тогда. Тебе тогда, родной мой, крышка. Есть контакт. В сухенькую, ребята, порвали мы их. Вот он, пак наш, второй. Давай посмотрим. Костолом, ужасное чудовище. Громель, пристеголов. И громель-защитник, беззубик, опять же. Отлично. Вот такая вот, ребята, у нас сегодня получилась серия. Так, якнок, 70 штук. Кстати, нужно посмотреть, сколько у нас с тобой... Отправить беззубика в путешествие. Еще 7 раз нужно отправить, и тогда мы с тобой выполним цели и получим... пак плеваки. Вот так вот. Но вряд ли я успею, потому что тут всего лишь 14 часов осталось. 7 раз беззубика отправить в путешествие. Не, ну если можно было бы, да, по часику там брать, то да, мы бы сделали бы с тобой... Так, вроде бы все. Ага, не все, ребят. Этот у меня лодырничает.
А этот тоже лодырничает. Вы что, ребята? Эй, ты, сидят тут, притулились. Давай, 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 работать, арбайтен, арбайтен. Чего вы тут прохлаждаетесь, я не могу понять. Так. Что-то я хотел сделать, что же я хотел сделать? Да ничего, наверное, пока. Так, рыбы, подожди-ка секунду. Кому-то там не хватило поднять уровень, по-моему, да? Или все нормуль? Ветрокрыл, ну-ка вернись, пожалуйста. А, тебе надо на обучение. Понял, давай, иди дальше собирай. Так, значит, получается, это у нас тут. Открыть. Блин. Твою налево, их обучать надо отправлять. Ладно, у нас с тобой 3 миллиона древесины, то есть на обучение нам хватит. С рыбой опять проблема. У нас, знаешь, то с рыбой проблемы, то с древесиной. Никогда не бывает чего-то в достатке. В общем, друзья мои, давайте на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!